Всем привет-привет! Ну что, вот такие вот новые новостные новости от РИА Новости. Это вчерашние были новости от 15 числа августа 2024 года. Читаю сегодня. Рутуб запустил функцию переноса контента с YouTube. Кто не знает, что такое Рутуб, для новичков Рутуб – это русская платформа для блогеров. Многие как-то игнорируют эту площадку Рутуб. Рутуб уже давно, несколько лет существует в России. А некоторые не игнорят. Например, как я. Потихоньку, как архив, как для интереса. Также там можно и монетизировать. Но, конечно, если вы до монетизации дойдете, там уж не миллионы и не тысячи, но многие тысячи, конечно, и зарабатывают, только молчат. Но каждая копеечка тоже приятна. Вот. Главное соблюдать их правила. Правила там все прописаны, надо внимательно читать. А то некоторые, вот, я набрал столько-то часов на Рутубе, а мне анкету забраковали, и нету никакой монетизации. Так вы внимательно читайте правила, и все будет у вас хорошо. Так вот, авторы с YouTube, который сейчас ужасно тормозит YouTube. Допустим, вчера еще что-то у меня там как-то, то сегодня у меня еще вообще он не открылся на стационарном ПК, то есть на компьютере. На телефонах, да, на телефонах, на смартфонах пока еще грузится YouTube. То есть авторы с YouTube смогут перенести свои видео на Рутубе за несколько часов. Так, контент с YouTube теперь можно переносить в Рутуб. Авторам видео не нужно дублировать их вручную. За один раз автор может импортировать до 2000 видео. Ничего себе. Обычно процесс занимает несколько часов, сообщили РИА Новости в Рутубе. На Рутубе стала доступна функция переноса контента с Ютуба. При смене площадки авторам видео не придется дублировать их вручную. Как обычно, достаточно нажать одну кнопку. За раз автор может перемести до 2000 видео. Обычно процесс займет несколько часов, но в некоторых случаях от 2 до 5 дней, сообщила компания. Вот. То есть отмечается, что в разделе «Настройка канала» появилось отдельное поле для включения и импортирования видео с другой площадки. Вот. Дальше что-то. Так, кыша реклама. Там добавили, что для корректного переноса данных нужно соблюсти несколько правил. Размер одного видео не должен превышать 25 гигабайт. Но я считаю, это много. Одно видео 25 гигабайт. Это достаточно. То есть его длительность 5 часов. Это о чем может быть видео 5 часов? Ну, есть такие блогеры, да. Они снимают. А может быть кино? Хотя 5 часов даже фильм не может быть. Также ролик не должен быть приватным или иметь любые другие ограничения на американском видеохостинге. По словам компании, при переносе видео на Рутубе сохраняются названия, описание, обложка и дата публикации. Вот так. В свою очередь, качество перенесенных роликов остается прежним. Перед публикацией в общем списке на аккаунт автора все ролики пройдут обязательно модерацию. Ну, как и везде модерация, да, на Дзене модерация, как раньше в Ютубе модерация, но и сейчас в Ютубе, в других же странах Ютуб-то работает, все замечательно, это в России идет замедление, пока не выполнят требования от РФ к Западу. Там есть такие правила, требования, Россия объявила, то-то, то-то, то-то. Вот пока не выполните эти требования, мы ускорять не собираемся в России YouTube. Вот так вот, вашу площадочку. Вы и так имеете хорошо, рекламу размещаете, на блогерах зарабатываете, на российских. Но выполнять-то надо. Надо выполнять правила наши российские. В общем, 531 лайк, 67 дизлайк на эту статью, 42 улыбки, 8 непонятки, 1 печалька и 10 злости. Также тут обсуждают эту тему, комментируют. Вот, кто что.
Люди в основном не знают, почему Рутуб это. Думают, что там пропаганда какая-то, еще чего-то, вот ТДТН. Ой. В общем, это не наше дело. Роскомнадзор знает, что делает. Вот. Так что, конечно, конечно, мы там много чего, что почерпнули. И строительство, огороды, и рецепты там, конечно. Вот. Так что посмотрим, что будет. Вернется у нас Рутуб. Ой, Рутуб есть. Ютуб. Или не вернется к нам. Вот. Я советую не огорчаться, но что поделаешь. Времена такие. 21 век. Всякие есть. Нюансы жизненные. Ну ладно. У кого какие вопросы, пишите, спрашивайте. За лайк всем отдельное спасибо. Благодарю. Дружно подписывайтесь ко мне на канал. Он интересный, разносторонний. Дружно-дружно улыбнись. Дружно-дружно подпишись.